few words and let's go. We'll continue with coach. So please, your opinion about the game. You know, whenever you're playing a team like CSKA, you have to play a full 40 minutes and you got to give your full and all attention to playing a full 40 minute game. I think we came up short doing that tonight. I'll take a lot of the responsibility. A lot of those times when they're getting second chance points, I got to get in there and get those rebounds and then not foul the way that I did. That offensive foul at the end of the game near really turned the tide and the momentum. I got to be smarter, and I think it's a game to learn from, and hopefully we can build and grow from here, and the next time we see them, we'll be ready to go. Когда играешь такой командой, как ЦСКА, необходимо играть на протяжении всех 40 минут. И мы принимаем ответственность за то, что случилось. Мы дали им слишком много вторых шансов, где-то не совершили нужные фолы. И я понимаю, что это моя ответственность, и мы будем играть лучше. Алло, thank you very much. Ну, готовились, разбирали. Понятно, что ЦСКА команда с именем, команда лидер, команда действующий чемпион, но с длинным ростером, глубокой скамейкой. Но, тем не менее, последние игры показывали, да, что при хорошей защите, при грамотном нападении, при контроле темпа, то есть можно обыгрывать. А мы готовились и следовали плану 20 минут, но в третьей четверти, то есть когда ЦСКА стала жестко играть, там стали давить на мяч, за получение играть, то есть мы как бы потеряли организацию, стали то, что и они добились того, чтобы мы играли один на один, без всяких заслонов, без организации, и поддались, скажем так, в такой неорганизованный баскетбол играть. И 26-10, вот это сразу же результат третьей четверти. По сути, вся игра была сделана в третьей четверти. В четвертой стали защищаться, как мы защищались вот в предыдущих двух играх. Вот, то есть, да, были хорошие моменты, но мы должны уметь играть против такого прессинга, который сегодня был, который ЦСКА навязал нам, потому что следующая игра с Болоньей, там также будет на выезде, будет жесткая защита, будет такая же паковать физически жестко. То есть мы должны не к судьям обращаться, а играть через такую защиту, уметь сдерживать удар и уметь следовать своему плану на игру. То есть это много информации, хороший как бы урок, или ну, есть над чем работать, проанализируем, будем работать, будем исправлять ошибки и становиться лучше. Поэтому сегодня результат по заслугам, скажем так. Если можно, есть несколько вопросов от наших журналистов. Секундочку. Отличная первая половина, но во второй половине в обороне считается, что оставляло желать лучшего игрока команды. Что случилось именно? Ну, я только что сейчас сказал, да, что ЦСКА стала даже не в обороне, а больше там, наверное, ЦСКА стала давить, стали происходить перехваты или поспешные атаки на 10 секунде, на 8 секунде, или какие-то ошибки поперечной передачи, или неорганизованные атаки, что приводило к тому, что мы не контролировали темп, совершали быструю или неподготовленную, или там перехват, и ЦСКА убегала и забивала практически, или чисто из-под кольца, или с полуотрыва разыгрывали просто свободного игрока и атаковали с высоким процентом с трех очков, то есть мы просто не возвращались. Ну и плюс там несколько мячей там тяжелых забил Джеймс с отклонением, то есть он, то есть это, ну, это его мячи. Но сам факт, что почему так произошло, что еще раз повторюсь, что мы не справились вот с этим давлением, и у нас не было организованного нападения, не было контроля темпа в третьем четверти. Поэтому так и произошло. Что сказал Никитин, когда он будет играть? Надеемся, что в следующую игру, но это как доктора скажут. Спасибо, спасибо большое. Продолжаем нашу пресс-конференцию с представителем ЦСКА, главным тренером Дмитрием Сатудой, защитником Дани Хейкет. Дани, first of all, a couple of words about the game from you, and we'll listen. Well, I'm happy for the team effort. You know, the first quarter we didn't perform the way we wanted, and you know, I thought we gave good answer in the second quarter, and especially in the third quarter, where we kept Loco to 10 points, which is a pretty talented offensive team. We fought. I think we are still working and striving to play better basketball, which is going to take time. But I thought today the effort was there, and you know, I'm happy we got a win after two losses.
Я счастлив тому, как команда сыграла с точки зрения эффективности в защите. В первой четверти мы, может быть, не сыграли так, как хотели, но у нас был, мы дали хороший ответ на это во второй четверти, особенно в третьей, в которой мы позволили Локомотиву набрать всего 10 очков, а Локомотив — это очень талантливая атакующая команда. Мы все еще работаем над своей игрой и стараемся показывать лучшую команду баскетбол, и у нас, нам еще много предстоит сделать. Даня, thank you very much. Thank you. Okay, good evening from me as well. Congratulations to the team. We need such games. Obviously, the fact that we are missing three significant players and the fact that we had to travel and coming back and we had a late practice and all these questions about who is positive, who is not positive, it didn't work on our favor. But we have a deep knowledge of what we represent over here. We have a deep knowledge of understanding what we have to do for this club that we love and we care about, and for the fans and for everybody. So I think after the bad start, we talked very a lot, and the fact that we came back strong and we won the two quarters, the second quarter and the third quarter with 57-33, it says a lot. 57-33, not only because it's plus 24 for us, it shows that the team understood, we had a really good effort and played and covered the absences. I see and I'm happy that some of the players, they accept the criticism and they are making progress and steps ahead. I'm happy that they realize where we are at. Unfortunately, we're living in uncertainty in general. This is uncertain times. You don't know tomorrow. The only thing that I'm scared is when my phone rings, wow, or a message from the doctor. If you send me, text me something, you know, like that's my only concern right now regarding the team. Other than that, we need time. It's proven that we need time to make a different combinations of players. Try to cover the absences, as I said, and because on the preseason, even though we were all healthy and we didn't have tough games, that's the first time that we didn't have tough games due to the circumstances, and that costs a lot to the team. I can talk a lot about basketball in this game. Definitely, I don't want to talk about individuals, but the fact that Joel Bolomboy ties his record on 6 blocks and 9 rebounds, and he has a lot of basketball inside of him. And I know, and he knows that a lot of times I'm tough on him, because I'll tell you that honestly, how I told him and many players, I'm not coaching the player that he is now. I'm coaching the talent and the potential he has for the player to be. So that's what I'm coaching. Therefore, when I'm tough to somebody, it's because of that. It's because of the potential they have to become what they have to become. So, but congratulations. It was a good win for us. And in general, we didn't have so many lapses. Still, though, as I said, there are a lot of miles ahead of us to work and to become the team we wanted to be. Thank you for the fans and you know, to be continued. Прежде всего, поздравляю команду с победой. Нам нужны такие игры хорошие, и нам не хватало трех важных игроков. К тому же у нас был недавно перелет, поздняя тренировка накануне, и мы не понимали до последнего, что с тестами, кто положительный, кто отрицательный до последнего момента. Но важно, что у команды есть глубокое знание, понимание того, где они находятся, что необходимо делать для клуба, для болельщиков. И я много говорил об этом и во время игры. И мы сумели поменять игру, и во второй и третьей четверти мы выиграли со счетом 57-33. И дело даже не в разнице, которую мы добились. Это было очень хорошее старание, проявленное командой. И я доволен, счастлив тому, как сыграли игроки, доволен, счастлив тому, как они приняли критику, которую я высказал им после предыдущих матчей.
сейчас мы живем в таком состоянии неопределенности, и самое важное, о чем я думаю, чего я боюсь, это каких-то звонков по телефону или сообщений. Мне все время кажется, что мне позвонит доктор и скажет что-то, какие-то неприятные новости. Но такое, таково время. Но понятно, что нам сейчас еще необходимо создавать свою командную игру, создавать какие-то сочетания игроков эффективные. И нам не хватало таких вот жестких, интересных матчей в предсезонной подготовке. Сегодня Джоэл сравнял рекорд лиги ВТБ по блокшотам, и я могу сказать, что у него внутри очень много такого запаса баскетбола. Я ему говорил о том, что я часто жестко разговариваю с ним, но я тренирую не игроков, а тот потенциал, который в них находится. Мне хочется развивать этот потенциал, чтобы они играли так, как они умеют. И еще раз поздравляю команду, это была хорошая победа, у нас было не так много провальных моментов, провальных отрезков в этом матче. Да, нам еще много предстоит сделать, и нам предстоит большой объем работы, и также большое спасибо болельщикам, которые нас сегодня поддержали. Coach, I have a few questions from Jones. Jones, yes. Did you feel any extra responsibility after two losses before this game? I don't know what he means, your colleague or lady or a man, what means responsibility. I'm going to answer to him or to her with a question. Does he or she believes that I don't have a responsibility, enough responsibility? When we win games, I don't have a responsibility. Because of the two losses is the responsibility. I have huge responsibility, and I said that everybody who is wearing CSKA jersey has a lot of responsibility. It's not about the losses. Does she know how we are practicing, or he, that we were waiting for the test, and I didn't know who am I going to have? Do I have those players or that players? Do I have? Because the junior team also has 6 or 7 symptoms. Come on, let's be serious. We are all serious. So I ask him and her to be serious too. Why actually team has had problems on defense in the first half? Well, the fact that we were not reading good the main thing, and because we were not defending well one-on-one. Those are the main reasons. And if you can see it by numbers, we gave 11 assists for 2 quarters, and then for the other 2 quarters they had only 2 assists. We managed to force them to play individual game, and the numbers in assists, it was vice versa. If you see it, how the game went. So we managed to cut the primary creation. That's a good question, actually. And then after that, we shared the ball much better, and we were dominant on both ends. So for that reason. There was also the question about Joel, but you already... Yeah, Joel was great. He has a lot of basketball, as I said, in him. Okay, thank you. Thank you.